Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги в полном разгаре. Больше половины игр группового этапа уже сыграны. Команды борются за места для выхода в плей-офф. В очередной игре турнира ульяновская «Волга» на льду «Волга Спорт-Арена» принимала московская «Динамо». Чемпионат уже в самом разгаре, поэтому особо готовиться нам не пришлось, все было обыденно. Вот. Ну, понятно, соперник очень сильный, поэтому где-то подразобрали, наверное, в раздевалке ихнюю игру. Какие у них плюсы, какие минусы. «Динамо» – одна из старейших команд страны. За свою историю клуб 15 раз становился чемпионом СССР и 9 раз чемпионом в современной России. Выездная игра в первом круге закончилась поражением «Волги» со счетом 5-13. К новой игре ульяновцы усердно готовились. Ну, во-первых, дома все равно, как бы, играть надо для болельщиков, стараться. Да, у нас была не очень выездная игра с «Водником», мы сделали определенные выводы, обсудили с ребятами, поговорили, что в любом случае надо выкладываться полностью и показать хорошую игру. Выложиться полностью получилось. По ходу игры «Волга» смотрелась хорошо. Во втором тайме команда Серозидинова даже вела с преимуществом в 2 гола. Но динамовцы и не думали сдаваться, и под конец игры перевернули исход матча. Итоговый счет на табло 6-7. Следующие 4 тура ульяновская «Волга» проведет дома. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.